Привет! Соскучились? А что не пишете тогда? Так, ну тут на завершающем этапе головоломка это на тысячу, о тысяче деталей. Значит, кабель, который я снял в китайских посылках, вот этот, не работает. Все проверил. И ноутбук, и этот Fustou мини-компьютер, и Beelink, и в режиме монитора, и в режиме телевизора не работает. Вот этот работает. У него еще аудио тут есть выход. Кабелетчик. Так, вот это я сейчас тестирую новый компьютер. Во. Мышкой такой. Чисто ради интереса. Хотите посмотреть, как он перезагружается? Завершение работы. Перезагрузка. Волшебная штучка. У него, правда, два ядра, четыре потока. Ну там в два потока там четыре получается. Волшебная такая коробочка. Быстрый. Загрузки процесса практически никакой. Сейчас попробую показать. А, так что ролик-то снимаю? Я хочу сегодня стрим запустить. Сегодня минус 28. Довольно-таки холодно. Неохота мне на рыбалку идти. Вот, поэтому я думаю... Ой, пардон. Вот с этой, допустим, с этого ракурса встать и замутить крылышки в панировке. Вот думаю, рецепт какой. Либо острый, как вот у Обломова есть там для пикабушников. Острые крылышки в панировке. Либо в кисло-сладком соусе. Мне вот больше нравится в кисло-сладком соусе, но с ними мороки больше. Поэтому, скорее всего, крылышки, ну, две подложки, думаю, взять. Крылышки, скорее всего, будут в панировке. Но без хлопушков. Хлопушки не люблю, они царапаются по небу. Вот, то есть я смогу и смотреть вот тут вот все, что захочу на экране. А, ну перезагрузка уже пошла. Блин, жаль, не показал. Давайте еще раз. Решение работы. Перезагрузка. Ну, вот эта штучка управляется. Надо еще клавиатура такого же плана. Есть клавиатура, которая с задней стороны клавиатура. Здесь мышка. Ей же фигачишь. Вот так вот ставишь, и у тебя получается клавиатура. Давайте, чтобы не отвлекаясь, посмотрим. Мне просто за сыном еще надо ехать. А, жена-то уехала. Поэтому можем гульнуть. То, что сейчас камера так вот отблики, это на солнце снимаю. Херак. Херак. Готов. Вот. Как вам такая идея? Ну, пожрать. Ну, крылышки готовятся долго. Расходы довольно-таки неплохие на них. Там крылышки дорого стоят сами по себе. Кс-кс-кс. Фиг ли тебе надо? И дальше спать. Вот. Температуру заодно показать. Здесь сейчас, даже с учетом того, что дверь открыта, посмотрите, на улице 28. Температура здесь. Плюс. Ну, короче, плюс 10. Вот. Там снег нападал, не закрывается. Поставить две камеры IP-шные. Можно будет одну и другую. У меня есть плита газовая маленькая. То есть все будет на ней сделано. Возможно, с пивом. Ну, не знаю. Я как будто пиво уже... Ай, красота! Пиво уже напился. Так что пишите, если что. Да и особо. Ну, если Илью Льва Ивановича пригласить, может, кого-то из этих. То есть, чтобы кто-то развлекал еще. Я с кем-то мог выпить пивка. Воочию. Рецепт потом выложу. За идею, кто лайки хочет, тот ставит, комментирует, предлагает.